Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире интернет-портал радиоцентра «Сан-Гейтс», у микрофона руководитель центра Михаил Мелехов. Сегодня у нас среда, 6 число, в Чикаго 11 часов утра, в Калифорнии 9 часов утра, на восточном побережье Нью-Йорк и Вашингтон время 12 часов дня, ну и 7 часов вечера в Москве. Мы начинаем нашу программу, и сегодня у нас, как уже было объявлено, на нашем Facebook «Сан-Гейтс Радио» о том, что будет сегодня новая тема и новая программа. Это будет, ну, типа так, кабинет психолога. И она имеет свое название «Психология до или после». Мы сейчас об этом поговорим с нашим гостем. Я хочу только объявить наши координаты. Это 847-226-9956. Это телефон в эфире, тройной www.sungatesradio.com, sungatesradio.com. Ну и sungates108 – это наш скайп, по которому можно задавать вопросы, по которому можно оставлять свои замечания. И мы очень рады, если те люди, которые нас слушают и видят, поскольку все программы у нас записываются, выставляются на YouTube, а потом ссылки идут на Facebook, будут как-то с нами общаться. Ну и я хочу представить сегодня своего гостя. Уже это вторая программа. И зовут его Евгений Саяпин. Это психолог, психоаналитик, ученый, консультант в области психологии и психосоматики. У нас была программа где-то неделю тому назад, она называлась на «Сан-Гейтс», я имею в виду интернет-портале радио, была программа, которая называлась «Психосоматика женских заболеваний». Ну вот, поговорив с Евгением, мы решили о том, что, а чем мужчины, скажем, лучше или хуже. Не знаю, в каком смысле лучше, хуже, но мы все, и мужчины, и женщины болеют. И вот теперь у нас такая тема «Психосоматика мужских заболеваний». Я хочу поприветствовать гостя нашего. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Слышно, видно нормально. Я вас слышу, вы меня тоже и вижу. Давайте мы сразу так вот приступим к нашей теме наших программ. Ну, давайте еще раз, не все слушали, может быть, наши программы. Эта программа будет идти по средам. В это время по Москве в 7 часов вечера. Ну, так скажем, вкратце, психосоматика, психология, психосоматика. Вот в чем тут разница и в чем здесь что-то общее, или это все одно и то же? Вы знаете, психология переводится с греческого «психо», «душа» или «бабочка», «логия», «видение», соответственно, «видение души». Психосоматика входит в раздел психологии. Психосоматика строится на том, как мы своими мыслями, своим поведением создаем болезни на физическом плане. Вот это самое главное отличие. Но психосоматика женщин и психосоматика мужчин отличаются. Эти отличия есть. Я думаю, сейчас на эту тему мы поговорим. Понятно. Ну хорошо, давайте тогда эпиграфом к нашей программе, в общем-то, служат такие вещи, которые, может быть, непопулярны в нашем западном обществе, но тем не менее. Мужские болезни – это результат неправильного отношения мужчины к самому себе и к женщине. Это как раз именно то, другими словами, то, что вы сказали, это наши мысли, вот как мы к кому-то или к чему-то относимся. Так вот, если мужчина испытывает какие-то негативные эмоции в отношении противоположного пола, типа обиды, гнев, претензии и другие, то заболевания половой сферы неизбежны. Так что это действительно серьезная вещь. Ну, Женя, вот скажите, все-таки есть какое-то различие между психосоматикой женских заболеваний и мужских? Да, конечно. Это отношение к внутреннему своему настроению. Вот в первой передаче мы говорили, что такое внутренняя женщина, внутренний мужчина у женщины. Теперь я это повторю, что такое у мужчины. То есть каждый человек знает, что есть такое инь-янь, маскулинность, фемининность, анима, анимус. Вот что такое для мужчины, внутренний мужчина и внутренняя женщина? Внутренний мужчина – это то, что он родился, то, что он пошел в школу, закончил школу, пошел в институт, работать, женился, добился каких-то успехов или неуспехов в бизнесе, создал семью, имеет детей. То есть то, что может о себе мужчина рассказать.
А вот внутренняя женщина внутри мужчины, это немножко посложнее. Это его внутренний мир. Страхи, агрессия, слезы, радости, депрессия. То есть его внутреннее состояние. Так вот, мужчина, который к своему внутреннему миру или к своей внутренней женщине относится недостойно, он имеет проблемы по половому признаку, то есть по урологии. Равно как и женщина, которая не принимает в себе внутреннего мужчину, внутреннюю женщину, извините, мужчина. А если женщина не принимает в себе внутреннего мужчину, имеет проблемы тоже в части гинекологии. Ну, вы знаете, это полностью соответствует на самом деле восточному принципу, восточному подходу, поскольку у нас есть и мужское начало, и женское начало. И правая сторона у нас мужская, и левая у нас женское начало. Есть такие понятия ида и пингала. На санскрите это называется, и, в общем-то, и в китайской медицине, восточной, точнее, китайской медицине, есть вот действительно такие понятия. Инь-янь – это действительно мужское и женское начало. Но мы, как бы, западный человек этого... Ну, не обучает его, не... у нас же биология есть. Вот мужчина – это мужчина, женщина – это женщина. Скажите, а как тогда вот психосоматика или психология рекомендует себя вести? И если человек уже получил какую-то действительно проблему, вот женщина в гинекологии, мужчина в половой сфере, там простата, допустим, есть ли какие-то способы помочь докторам, которые рекомендуют, ну, понятно, какие способы, медикаментозные, вот что надо вместе делать, как надо образ жизни, может быть, менять, образ мыслей менять? Знаете, ну, если человек уже попал в больницу, конечно, надо полностью довериться врачам. Они ему помогут медикаментозно, терапевтическими или хирургическими какими-то средствами. Но параллельно, конечно, желательно, чтобы работал рядом с ним психолог, психоаналитик или психотерапевт. Желательно без медикаментозного применения, без антидепрессантов. В первую очередь, конечно, человек должен взять ответственность, мужчина ответственность за свою болезнь сам на себя. И об этом пишет, писал, известный онтопсихолог Антонио Менигетти. И он проводил исследование, если человек говорит фразу своей психике, что ответственность за свою болезнь я беру на себя, считайте, 50% излечения уже проходит более эффективно. Вот по своим больным я это убедился, что не все люди могут сказать эту фразу. Это очень тяжело сказать, что все стараются как-то обвинить, что жена виновата, дочь виновата, друзья, но ответственность за себя мало кто берет. И по большому счету, ведь любая болезнь – это прежде всего внутренняя обида. Внутренняя обида самого на себя. А эти обиды формируются как послойный пирог в том бедствии, в безобидном, который формирует всю будущую жизнь любого человека. Ну, это таки да, это проросшая карма, как ее, прарабха карма, как ее называют на санскрите, в Индии. Недавно у нас была программа, я вел программу с одной очень известной, она духовный мастер. И вот мы с ней беседовали об акаше. Акаша – это вот такой слой, где, в общем-то, хранятся все наши жизни, все наши там какие-то мысли и так далее. Я ей позволил туда войти, так сказать, надо разрешение. Она туда вошла и говорит, вот, мол, у вас было в прошлом то-то, то-то, то-то. Что надо сделать? Надо принять. Ничего не изменить нельзя, собственно говоря, это уже есть, но можно переписать, можно, мы же на будущее строим все это, и можно переписать, так сказать, наше будущее, которое сегодня такое, но если мы будем предпринимать какие-то шаги, вот то, что вы сейчас озвучили, это абсолютно точно. Есть еще вот такое другое санскритское слово, называется самскары. Вот это самскары, это вот эти вот наши как бы импринты, отпечатки, которые в нас уже вложены из детства, в этой жизни и в прошлых, там, допустим, жизнях. И пока мы это не примем, это действительно изменения не будет. Но как вы считаете, вы имеете и медицинское образование, но все-таки вы психолог. Как вы считаете, это параллельная работа, скажем, медиков по излечению, исцелению человека и психологов? Или есть что-то важнее, с чего надо начинать? Вот вы сказали, надо идти к медикам. Но в то же время и психолог может помочь. Человек ведь не знает, вот то, что вот мы сейчас с вами обсуждаем. Ну, как бы не все об этом будем, мягко говоря, не все об этом знают. Так все-таки кто главнее, если можно так выразиться? Ну да, курица или яйцо, да? Mm-hmm.
Ну, понимаете, если человек попал, я оговорился, специально не оговорился, а специально сказал, если человек попал в больницу, то надо довериться врачам. До больницы, конечно, болезнь формируется долгими годами. В уме, как правило. Да, и заболеть гораздо сложнее, чем выздороветь. Выздороветь за неделю вас поставят врачи на ноги. А вот заболеваем мы месяцами, годами, и эта болезнь взращивается. И от степени болезни зависит запущенность наших мыслей. Конечно, по-хорошему надо вот свои мысли ходить, чистить, как их называют на Западе, мозгоправые, психологам. Но если уже, что называется, запущенная форма, а в России, как правило, мы доводим себя уже до больницы, когда уже капуста начинает булькать в горле, вот тогда уже человек задумывается. И то не все задумываются, надо менять в своей жизни или не надо. Потому что любая болезнь – это прежде всего сигнал, на что необходимо обратить внимание. Заболевший орган и дает ту подсказку. Если это, например, как вы вот в начале программы сказали, простата, простатит, это говорит о том, что у мужчины какое-то негативное отношение к его внутренней женщине, к его настроению. А настроение уже формируется отношением к реальной женщине. То есть это все разработал, дальше последняя фраза, это разработал все Карл Густав Юнг, естественно, он опирался и на те знания древние, о которых вы только что говорили. Ну, да, Карл Юнг очень известен и популярен, действительно, как у нас это говорят, референс материал. Но Карл Юнг жил в какое-то, допустим, другое, можно сказать, как у нас объясняют, время. Ну, вот вы сейчас произнесли, вы сказали такую мысль о том, что все-таки, если мужчина заболел простатитом, то у него вот какое-то такое отношение к женщине. А вот это стопроцентное у него именно такое отношение к женщине, или, может быть, все-таки существуют другие причины? Да, конечно, все индивидуально. Конечно, все надо брать, что называется, в купе, в сумме. Вот, например, сегодня я консультировал мужчину. У него панические атаки, плюс боли в спине, и плюс высокое артериальное давление. Мужчине 42 года. В 20 лет он женился. Детей у них до сих пор с женой нет. И он, в принципе, с 21 года стал изменять своей жене. Вот до настоящего времени он все изменяет. Он встретил молодую девушку, ей сегодня 23 года, и она рожает от него ребенка. Она родила ребенка и требует, чтобы мужчина развелся с женой и, соответственно, женился на ней. Как вы думаете, его настоящая жена чувствует, что у него на стороне что-то есть? Наверное, чувствует. И сегодня его раздирают вот эти сомнения. Артериальное давление – это что? Когда давят наружные какие-то факторы на полностью физическое тело, а человек начинает сопротивляться. Далее – паника. И вот когда я вчера разговаривал с заведующими отделениями, я говорю, ребят, скажите, вот самые распространенные заболевания мужские сегодня. Сначала неврологи сказали боли в спине, потом подумали, нет, говорят, паническая атака. Действительно, мужчина более труслив по отношению к женщине. Это, наверное, Богом так устроено. И, соответственно, вот этим паникой, страхом мы тоже формируем внутренние болезни. А урология – это только как, что называется, тонкость. Потому что, ну, допустим, цистит он у женщин бывает, а то же самое у нас называется простатит. То есть заболевания есть одинаковые, но есть какие-то тонкости. А если по большому счету, то сегодня на первом месте, конечно, у мужчин стоит это гипертония, сердечно-сосудистые заболевания. У хирургов это, как ни парадоксально, паховая грыжа, панкреатиты. То есть все надо смотреть вкупе. А когда мы разбираем это все в сумме, то выходит все из детства. Отношение мужчины к своим родителям, прежде всего к своей маме. Вот как оно формировалось в детстве, вот это как эстафетная палочка, мы тащим все по своей жизни. Да, вы знаете, я не случайно задал этот вопрос, у меня есть конкретный пример, причем это мой отец. И у него то, что называется у нас, определяется PSA индекс, это ну, насколько большая предстательная железа, насколько она велика. Вот этот PSA индекс достаточно высок, очень высок. В каких-то моментах он был 22, хотя норма там чуть ли не 2 или 3. Не знаю, как у вас в западном, ну, в смысле, в России измеряется. Ну, вот у нас так измеряется. Но он с моей мамой, они, слава богу, еще
еще живы, они живут, у них 65 лет совместной жизни, и это, в общем-то, ну, вот сами понимаете, какая это жизнь, какая любовь, и, естественно, я, ну, как бы знаю, как сын, что... Ну, это здорово, только можно позавидовать этому. Можно позавидовать, но почему-то, да, я поэтому и задаю такой вопрос. То есть это, возможно, наверное, какие-то другие причины заболевания, я поэтому и спрашиваю, всегда ли именно только вот эта причина отношения. Понимаете, здесь надо, конечно, брать эректильную дисфункцию. Это вот 99% говорят, это в голове психосоматика, да? А 1% это, вот как ни парадоксально, есть органические изменения. Нарушение венозного оттока или притока, нарушение гормонального фона, позвоночник. Поэтому вот так однобоко смотреть на какую-то ситуацию нельзя. Всегда надо смотреть, ее разбирать в сумме. А то, что ваш папа, скорее всего, жизнерадостный человек, это тоже очень немаловажно. Когда человек радуется жизни, когда человек с приятием относится к этой жизни, это очень большой карт-бланш. И сегодня даже видно по больным, вот хмурые и люди, которые, ну скажем так, ну злые, они чаще болеют, чем жизнерадостные и веселые. Как это ни парадоксально. Евгений, скажите такую, вот вы затронули такую тему, о том, что вот измены. Ну, в этом мире всякое бывает, будем так говорить, и жизнь есть жизнь, и люди по-разному относятся. По статистике, понятно, мужчины вроде бы изменяют больше, чем женщины, но реакция на вот эти поступки, на эти измены одинаковая у мужчин и у женщин или где-то, скажем, будет сильнее? Вы знаете, ну если что такое измена? Это предательство, вероломство, да, нарушение супружеской верности. Конечно, они все разные. Если вот статистика есть, если мужчина изменяет женщине до 30 лет, она может его выгнать и создать новую семью. После 30 лет, как правило, женщина начинает смиряться с изменами мужа. Ну а после 40, там, с 50, мужик уже как-то утихомиривается. И тем не менее, он, что называется, прилепляется к женщине. Но если женщина знала, что он изменял, конечно, жизнь его иногда превращается в ад. Потому что она постоянно ему говорит, помнишь, ты меня там изменил, да? Поэтому здесь палка о двух концах. Что лучше, изменить и уйти или изменить и жить все время, когда тебе об этом напоминают? Это своего рода садомаза. И не все мужчины это выдерживают. Угу. Кому-то нравится, когда над ним издеваются, а кто-то посылает на бам и уходит. Угу. Вы знаете, я, будучи еще работая в бывшем Советском Союзе, у нас там был такой человек, а он всегда отвечал, ну, сердцу не прикажешь при очередной интриге какой-то. Ну, я не помню, по-моему, он женат не был, это было очень давно. Скажите, ну вот сейчас как-то такая тенденция, вы знаете, среди моих знакомых, есть, ну вот я могу даже, в общем, 4 случая назвать, неплохие мои знакомые, которые в возрасте достаточно серьезно, в возрасте, вы говорите, утихомириваются, как правило, да, но эти 2 человека вообще за 60, они развелись со своими женами, у них у детей, то есть у них внуки, получается, и вот женились на молодых женщинах. Скажите, разница, ну, как бы в возрасте, это очень значительная разница. Да мы знаем, звезды это звезды, а простые люди, у них такая богемная, скажем, жизнь, мы их не берем в расчет. А вот обычные люди, которые жили, и вот так получается, не знаю, по каким принципам уже, вот встречается красивая молодая женщина, естественно, начинается какое-то волнение в крови, будем так называть. Так вот, что происходит обычно вот из вашего опыта? Будет ли эта семья долговечна, особенно если рождаются дети? Ну как, вот ему 50, к примеру, а ей 25, и рождается ребенок. Значит, ребенок вырастает, ребенку там 20 лет, а ему уже 70 там чем-то. Как вы думаете из вашего опыта, что произойдет? Вы знаете, здесь палка в концах, вы правильно сказали, ей 50, ему 75. Соответственно, она уже, что называется, имеет пожилого мужчину. Что такое? Это вот, в принципе, происходит в середине жизни, да, кризис среднего возраста, хотя мы вот с вами беседовали, вы говорите, в Америке такого понятия, как такового, не существует. Но, тем не менее, в 40 лет, как правило, мужчина задает себе вопрос, 40-50, на то ли я женился, та ли у меня семья,
та ли у меня профессия, правильный ли я образ жизни веду. И, как правило, многие мужчины делают вывод очень оригинальный. Они считают, что во всем виновата женщина. Поэтому они меняют жену, более старую, в кавычках, на более молодую. Вместо того, чтобы поковыряться внутри себя, да, в своем внутреннем мире, они меняют внешнее на внутреннее или наоборот. Поэтому, а что может в 40-50 лет мужчина предложить? Он, конечно, профессор в области секса. Он имеет деньги. Конечно, девочки на это клюют. Но здесь другой момент для мужчины. Когда с ним живет молодая женщина, он получает от нее молодую энергию, чего он не получает от своей жены. И самое главное, с чем ассоциируется женщина и мужчина. То есть женщина до 40, вернее после 40, всегда будет ассоциироваться с прошлым, а мужчина всегда с будущим. Потому что в 40-45 лет все-таки сложно дать жизнь ребенку. А вот мужчина и в 50, и в 75 может относительно дать нормальную здоровую сперму, клетку. И получится ребенок. И, наверное, поэтому отчасти, почему старики любят детей? Энергия, энергия молодости, то есть взаимообмен. Так и с женщинами. Но другой вопрос, вы знаете, есть же хороший фильм «Кавказская пленница», когда он пел «Хорошо иметь четыре жены, но с другой стороны». Вот с этой другой стороны, конечно, происходит потом трагедия. Потому что если мужчина не выполняет свои половые сексуальные обязанности, то начинаются вот эти самые измены. До работы в больнице я думал только, что мужики гуляют налево, да, 100%. А потом я убедился, что и женщины тоже не отстают в этом отношении. Почему? Потому что если мужчина изменяет жене, чужой женой, значит, где-то сидит и обманутый муж вот этой женщины, с кем она изменяет. Поэтому все в этом мире взаимосвязано. Только другой вопрос, что мужики чаще попадаются на этом. Потому что мы притаскиваем эту энергию другой женщине на себе. А как от нее избавляться, как от нее смывать? К сожалению, ни в школе, ни в институте никто нас этому не учит. Я думаю, вас тоже. Ну, да, не учат, но... Ну, допустим, я-то воспитывался в бывшем Советском Союзе, я переехал в Соединенные Штаты уже в достаточно зрелом возрасте. Но, вы знаете, здесь есть такая, скажем, тенденция. Ну, вот смотрите, я когда, ну, проживший 40 лет, я не помню, хотя психологией сам для себя занимаюсь больше, чем 40 лет, но я не помню, понятия такого не было у нас, в общем-то, в бывшем Советском Союзе, boyfriend-girlfriend. У нас не было такого понятия, как это принято было называть, не знаю, как сейчас, гражданский брак. То есть, когда люди не живут официально, ну вот они живут как муж и жена, но они не расписаны, скажем. Всегда считалось и в церковь, и в ведические времена, это скреплялось какими-то узами, ну не обязательно там штамп в паспорте, естественно. Но вот здесь сплошь да рядом. Вот это boyfriend и girlfriend, это расхожая фраза, которая сейчас везде во всем мире. Но я ее не слышал, когда я жил. То есть, может быть, где-то было. Но здесь это считается нормой, когда люди, молодые люди, они должны вначале пожить вместе, должны как-то притереться друг к другу. А вот когда они прожили вместе, там год-два, там, или сколько там они пожили вместе, ну вот тогда уже можно, может быть, и создавать семью. А вот не пожили, там никаких обязательств, понимаете, как нету. И если я могу привести в пример восточный образ жизни, в частности в Индии, то там я был свидетелем, это там был неоднократно, я был свидетелем, когда сын вот, в доме, где мы жили, сам врач, молодой человек, он встречался со своей невестой в присутствии ее родителей. А это уже достаточно были молодые, ну как молодые, 28 лет, 27-28 лет. Это не просто молодые. Здесь-то уже вопросов не было бы на Западе. А там они еще в присутствии родителей. То есть там табу на то, что только все должно произойти после свадьбы. А вот на Западе такая тенденция. Полагаю так, что сейчас на постсоветском пространстве, вот, не знаю, вам, конечно, виднее, вы психологи, к вам люди обращаются. Та же самая история, что и у нас, на нашем континенте. Конечно, конечно. Но все индивидуально. Дело в том, что опять, бойфренд и girlfriend, да, это же все притащили с Запада. Ну, у нас то же самое, да. Тоже молодые люди сегодня живут гражданским браком.
Конечно, с одной стороны это хорошо, но с другой стороны это плохо в чем? Плохо, что, как правило, период выделения тестостерона, период влюбленности, длится от 9 до 12 месяцев. Вот молодые ребята живут вместе. Через год они начинают уже, что называется, притираться и охладевать друг друга. То есть вот этот период, который был в Советском Союзе, когда у нас невозможно было жить вместе, да, они пропускают. И поэтому проходят 3-5 лет, они разбегаются. Разбегаются у обоих душевная травма. Что с этим делать, не знают. И они же думают, что раз с этим партнером не повезло, пойду с другим. И то же самое, они начинают втюхиваться в такую же ситуацию с гражданским браком, со вторым, третьим, четвертым партнером. А время уходит. И более того, я обратил внимание, когда они начинают жить, они дают такую мысленную программу. Давай пока поживем для себя, детей пока не надо. А как ни парадоксально, мысли имеют такую очень мощную форму. Они слышат, да, из пространства, из космоса. И получается, когда они потом уже в силу каких-то определенных обстоятельств поженились, начинают работать над ребенком, а ребенка не получается. Делают ЭКО, одно, второе, там, пятое, а детей как нету, так и нет. Потому что вот эта мысленная программа, когда они были молодыми, установленная, что давай пока поживем для себя, не будем иметь детей, она работает. Вот как ни парадоксально, да? А вот с позиции хорошо или плохо, я не могу сказать, но дело в том, что сегодня действительно молодежь не знает, как выстраивать отношения друг с другом. У меня вот мальчик лежал недавно, 19 лет. Вот у него диагноз был, во-первых, преждевременная эякуляция, это по урологии, скорострел называется, быстро заканчивает, да, половой акт. И второе, тугоухость. Вот все идет из детства. В 13 лет его родители разводятся, а в 15 мама выходит замуж за мужика, причем младше себя. И основная задача этой женщины – родить было от нее ребенка. И у них, соответственно, с этим молодым мужем идут баталии по поводу того, что кто больной, почему ребенок не получается. Хотя мать уже имела ребенка до этого, вот этого мальчика. Мальчик эту ситуацию слышать не хочет. И, соответственно, диагноз – тугоухость. А вот скорострел, соответственно, вот это урологическое заболевание, он как раз сформировал образ своей матери на свою будущую девушку. Он жил с девушкой. Не с позиции, что она визуально похожа на него, она похожа внутренне, такая же там заботливая или такая же кричащая. И он не мог с ней заниматься половой жизнью, потому что ну как можно заниматься, грубо говоря, со своей родной матерью. Поэтому у нее не получалось. И вот с таким двойным диагнозом он попал к нам в больницу. Конечно, это соматика чистой воды. И, конечно, когда вот он жил с этой девочкой, никто ему подсказать не мог, что надо поменять партнершу или, соответственно, свои мысли в отношении своей возлюбленной. Ну, это действительно очень интересное наблюдение. Я могу только добавить о том, что в восточной психологии, медицине, в аюрведе, можно сказать, существует, ну, как бы, ну, не знаю, чуть ли не закон о том, что, вот, допустим, первый партнер, он откладывает просто неизгладимый отпечаток на последующих, ну, вот, пожили, на женщину имеется в виду, больше, чем мужчина, нет. А вот у женщины неизгладимый отпечаток ее первый мужчина. И даже бывали случаи, причем не только у людей, а и у животных. И приводится такой пример, когда у лошади родилась типа зебры, то есть полосатая лошадь родилась. Это, в общем-то, что-то вообще совершенно невероятное, но вот приводится, это, так сказать, хрестоматийный пример. Прабабушка нагрешила этой лошади, да? Ну, нет. Вот первая там партнерша, я не знаю, как у животных это называется, была, ну, типа зебра, я не знаю. Как-то что-то было. Короче говоря, вот у женщин остается это на всю свою жизнь. Да, и первый ее ребенок, он бывает даже похож на ее, первого мужчину. Это просто как-то даже непонятно, невероятно. И есть мужчины, которые, естественно, этого не понимают. Они говорят, вот ты где-то там нагуляла себе не от меня, а ребенка. То есть это, конечно, относится к психосоматике, без сомнения. Но, опять же, это как-то не очень популярный взгляд на вещи. Женя, у меня к вам такой вопрос. Сейчас, извините, пожалуйста, я дополню. А дело в том, что я всегда тоже на консультациях даже мальчиков и всех мужчин спрашиваю первый свой половой опыт. Вы можете забыть второй, десятый, но первый обязательно расскажите.
И всегда спрашиваю, была ли насмешка, попал ты или не попал. Много говорят, да, насмешка была. И вот, как правило, вот эта насмешка меняет вообще жизнь человека. И вот многие публичные люди, чтобы потом доказать, что он мачо, что он половой классный партнер, идет вот в эти специальности. У меня есть такие пациенты, клиенты. И он всю жизнь доказывает, что он классный. Но а кому он доказывает, спросить его, для чего, вот как бег на длинную дистанцию, остановиться не может? Ну, это правда. Мы же все время, каждый из нас пытается где-то кому-то чего-то доказать. Причем, что самое интересное, не имея на это, как правило, никаких оснований. Потому что, о чем доказывает-то? Вот он доказывает, потому что где-то сам попал в ситуацию какую-то, конечно, где он был просто, ну, или виноват, или что-то у него не получилось, но эту ситуацию он просто не принял. Если бы он принял, так он бы ничего не доказывал. Это чисто психология, тут даже не о чем говорить. Но для этого должен быть родитель рядом, желательно отец, который объяснил бы. Потому что отцы-то, в принципе, детям нужны, особенно сыновьям, не так часто. Первое, выбрать специальность, да, куда пойти учиться и куда, соответственно, работать. И второе, определить и сказать, сын, вот эта жена достойна или недостойна. Как взрослый человек, он должен сказать, что есть там проблемы с психикой или нет проблем. А по большому счету, а мы же все время всегда закрываем глаза на своих детей, считаем, что будет улица, социум там воспитывать, но только не мы сами. Конечно. Тем более, я еще могу добавить, опять же, у нас в западном мире это как бы не принято. Но с глаз долой, так скажем, из сердца вон в отношении, особенно вот на нашем континенте, когда родители выполняют свой долг в плане того, что они отправляют ребенка в колледж и обеспечивают его денежными средствами, то есть они платят за его образование, а дальше он уже самостоятельно, пускай он дальше занимается сам. А в Индии люди, вот я жил в доме, когда сын, взрослый сын, первым делом, когда родители встают, отец, он кланяется отцу, и он берет, дотрагивается до его стоп. Это очень и очень серьезное уважение своему отцу. Тут единственный есть момент, я с этим тоже часто сталкиваюсь. Все-таки у нас в центре Сан-Гейтс приходят люди достаточно много, и мы общаемся не только с ними face-to-face, лицо к лицу, когда они приходят нам в офис, но мы также общаемся и по нетворку через интернет. Так вот, спрашивают, обращаются люди, как наладить отношения с детьми, и в частности, такая проблема существует в отношениях между отцом и дочерью или дочерьми. А это все очень легко объясняется, скажем, опять же, вот в Ведах объясняется, мужчина и отец, ведь для девочки первым мужчиной является отец. И вот как отец, он должен это понимать, без сомнения, и девочка должна понимать, то есть ее надо воспитывать именно в таком духе. Если она будет не относиться неуважительно к своему отцу, отец понятия этого не имеет, ее же так воспитывают, все-таки она была когда-то маленькая, ее же воспитывали, или мама там и так далее, то тогда у нее будут проблемы. У нее будут проблемы с ее мужчинами. И вот это очень серьезный момент, где, конечно, хотелось бы, чтобы родители в этом принимали участие. Но, к сожалению, да и нас-то родители это особо и не воспитывают. Это сейчас как-то уже более-менее начинают люди понимать, что все не так просто. Я хотел бы обратиться к нашим радиослушателям. Мы с Женей обсуждали вот тематику наших программ. И сегодня среда, вот в это время будут проходить вот такие вот у нас программы. Было бы очень интересно, как мне кажется, совместная работа. Вот существует, скажем, альтернативная медицина, ее так называют на Западе, существует традиционная медицина. Почему надо отвергать одну и брать за основу другую? Ну, казалось бы, комбинация – это самое то, что надо. Это было бы самый лучший вариант. То есть никто никого не отвергает. Так вот, сочетание психологии и, скажем, вот я я бы не сказал по профессии, но я изучаю нумерологию, и когда я смотрю дату рождения, мне абсолютно точно, ясно видно, что с человеком, каковы его прошлое, там, скажем, с чем он родился, каковы его качества. Так вот, если молодые люди хотели бы
допустим, узнать друг о друга больше не в отношении, скажем, там, каком-то сексуальном опыта, а именно как они подходят энергетически друг к другу, вот такие программы могли бы им помочь. Поэтому мы призываем тех, кто нас слушает сейчас, и тех, кто будет нас видеть и слушать на наших каналах, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы можем в этом плане помочь. Потому что же элементарно, берется просто дата рождения, и сразу можно видеть, насколько вероятность совместной жизни, и насколько они подходят друг к другу. Ну, конечно, с более-менее точностью. Если будут тут принимать участие и психологи, и Евгений Саяпин, практикующий психолог и профессионал своего дела, ну, скажем, кто-то вот с нашей стороны, с восточной стороны, может быть, это было бы, конечно, здорово и замечательно. Женя, у меня к вам, наверное, последний вопрос. Нам надо уже закругляться, так скажем. Следующая программа уже скоро выйдет в эфир. Скажите, вот это чисто такой вопрос, ну, не знаю, можно ли на него дать конкретный ответ. Вот мужчины сегодня, они, ну, не только мужчины и женщины, но мужчины, они как-то постоянно в напряжении таком. Как научиться, скажем, расслабляться? И что делать, чтобы меньше болеть? Вот такой простенький вопрос. Я понимаю, да, простенький, но очень сложный. Знаете, можно анекдот рассказать по этому поводу? Да. Только не прилично. Не, ну понятно, да. Когда пацаны едут на машине, и на обочине стоят женщины легкого поведения, они выглядывают в окно салона и спрашивают: девочки, отдохнуть не хотите? А они говорят: а мы не устали, да? Так и здесь. Ну, не уставать, наверное, надо. Вы говорите, вот как сделать, но... Прежде всего, конечно, надо включать мозги и всегда думать. Вот почему мужчина более агрессивный по отношению к женщине? Потому что он внутри себя копит вот эти невысказанные мысли. Женщина пошла, поговорила, к психологу пошла, поговорила, с подругами. Поэтому женщины дольше и живут. А у нас, мы формируем вот этот внутренний страх. Поэтому панические атаки, они больше и косят мужиков. А внутренний страх бывает реальный и нереальный. А когда... мозг слышит команду, что страшно, он дает сигнал надпочечникам. Надпочечники выделяют адреналин, и этот адреналин надо куда-то вытаскивать из организма. Ну, кто-то идет в спортзал, кто-то идет по лесу гулять, да, кто-то пошел с соседом подрался. И когда вот этот адреналин постоянно внутри начинает размножаться, а его надо вытаскивать, вот получается, что вроде спокойный мужчина, а потом взрывается как дракон. То есть это тоже всегда надо анализировать, кому говорить, что говорить и как говорить. То есть всегда следить за своими мыслеформами, словами, поступками, действиями. Ну, естественно, что? Вести здоровый образ жизни, иметь свои увлечения, не замыкаться, быть жизнерадостным. Есть фраза, конечно, вот «полюби себя». Хотя вот все говорят, но я даже не знаю, что значит «полюби себя». Да? Ну, по крайней мере, себе с уважением относиться надо. Знать, что у тебя есть внутри душа, которая своей болезнью дает подсказку, на что необходимо обратить внимание. Ну, там ноги болят, да, это движение вперед. Правая нога, как мужчина, гибкий, не гибкий, левая, как в отношении женщин. То есть любая болезнь дает нам сигнал, в каком направлении мы идем. И это все, конец, да, у нас? Уже заканчиваем. Ну, в общем, да, да. Если, конечно, вы хотите продолжить развитие, ну, у нас есть там время какое-то, или на объявление тогда следующей программы, мы же предполагаем, в общем-то, постоянно вести. Потому что вот это очень важно, про страхи, да, человек должен понимать, ведь сегодня вот панические атаки действительно косят во всех отделениях у нас в больнице. Вот в двух словах, что такое страх? Страх бывает реальный, страх бывает нереальный. Реальный страх – это страх высоты, замкнутого пространства, темноты, и когда вы несетесь на полной скорости в лобовое столкновение с другой машиной. Это реальный страх. А есть нереальный страх. Нереальный страх – это публичное выступление, выступишь, не выступишь. Страх смерти, умрешь, не умрешь. Страх животных, страх летать, ездить поездом. Да? Это все нереальные страхи. Поэтому вот когда вы чувствуете, что вас начинает колбасить внутри, всегда задавайте вопрос, это практически вам совет. В осознанном или в неосознанном состоянии в данный момент нахожусь. Потому что душа услышит и даст вам ответ. Потому что страх как раз позволяет вытаскивать вот эту внутреннюю агрессию, когда мы непроизвольно начинаем махать руками и совершать противоправные какие-то действия.
Ну, а самое главное, включайте мужчины мозги и любите, и будьте сами любимы. Ну, это относится не только, я полагаю, к мужчинам, но и к женщинам. Конечно, но дело в том, что у нас все-таки мужская сегодня программа. Если мужчина будет любить себя, то, соответственно, и рядом живущая с ней женщина будет испытывать также комфорт и радость. Ну, тут можно, может быть, даже и, скажем так, не поспорить, но подискутировать, поскольку, если мы вернемся к первой части нашей программы, к изменам, то существует как бы такая поговорка: уходит не к кому-то, а уходит от кого-то. Поэтому как себя женщина будет вести, в данном случае, скажем, жена, то мужчина не уйдет, не уйдет. Не бывает некрасивой женщины, бывает, как говорят, мало водки, да? Это да, но здесь другой, Михаилович, вопрос. Изменяет, если говорить конкретно к человеку, это одно. Но прежде всего мужчина изменяет сам себе, своим установкам, свое поведение, своей генетике. То есть мужчина ломает себя. Почему он изменяет? Он же не просто так, да? Это может быть работа тех же самых бессознательных сил, своего настроения. Вот не понимаешь, вроде ты сидишь, работаешь, бам, тебя накрыло, и ты не понимаешь, почему плохо чувствуешь. Настроение поменялось. А когда ты идешь на поводу своего настроения, если плохая, там, допустим, у тебя информация, новость, ты думаешь, пойду я к другой женщине, пойду к любовнице, пойду водки выпью с друзьями. То есть, когда ты идешь на поводу своего настроения, тогда и получается раскардак в твоей жизни. Поэтому вот это к вопросу об изменах. Потому что измену можно смотреть вот как измена конкретной женщине, так и измену самому себе. А вот что важнее для человека, это должен определить только каждый сам для себя. Евгений, спасибо. Вы знаете, эта тема действительно необъятная и очень интересная, и дискуссия, она может действительно затянуться. Я еще раз хотел бы обратиться к нашим радиослушателям и к телезрителям. Программы идут не только в аудиоформате, они будут и видео, так что на экранах мы увидим Евгения Саяпина. Но было бы неплохо, и мы это будем делать. Вот мы поговорили, нас люди послушали, согласились, не согласились, кто-то высказал, в основном ничего не высказал, остались при своем мнении. Ну вот мы сделаем такой когда-нибудь круглый стол, вот как у вас это, кто-то Малахов, да, ведет, пусть говорят там, допустим, но только во главу угла не будет какие-то вот такие вот вещи, жареные какие-то там истории, а будет вот, такая вот дискуссия. Было бы неплохо пригласить сюда еще, может быть, с других сторон. Вы знаете, вот как, допустим, есть разные конфессии. Вот было бы неплохо не слушать одного, который говорит, вот мой Бог лучше, моя конфессия лучше, а было бы неплохо, чтобы вот они между собой, без драки, конечно. Вот. Ну, вот мы планируем делать такие программы, и это было бы, как мне кажется, интересно, потому что люди могли бы узнать что-то новое и поделиться своими мыслями, и в то же время получить какую-то помощь, потому что, ну, в данном случае вот мы беседуем с Евгением Саяпиным, который является профессионалом своего дела, психоаналитик, практикующий психолог, с многолетним стажем, опытом работы, поэтому вот мы это будем продолжать, и тема нашей следующей программы будет объявлена, но мы как бы намечали, не знаю, насколько это актуально у нас, я не знаю, если честно, мне кажется, такого понятия нету, мы уже об этом, Женя уже об этом немножко сказал, это кризис среднего возраста, но он существует, так как всегда было женщины бальзаковского возраста. Вот, кстати, спросишь, а сколько возраст, бальзаковский возраст? Я всегда почему-то до того, как я специально начал не выяснять, а какой это возраст, сколько это конкретно лет, бальзаковский возраст. И выяснил, оказывается, что это не такой, в общем-то, уже там серьезный возраст. Это до 50, без сомнения. Так вот, кризис среднего возраста, ну, не знаю, тенденция, наверное, все-таки сдвигается, скажем, возрастной ценз увеличивается, да? 40-50 лет. А вот последняя ремарка, вот смотрите, Франц Шуберт прожил 32 года. Значит, кризис у него середины жизни был в 16 лет, а Моцарт прожил 36 лет. Значит, у него кризис среднего возраста был 18 лет. Конечно, это все утрировано. Конечно, у всех по-разному. 35-40 лет. То есть, когда начинает внутри тебя, вот, что называется, вот эти внутренние проблемы, сны там снятся, да, какие-то непонятные, человек сам всегда чувствует свой кризис. А кризис – это, кстати, классная вещь. Кризис переводится потеря, утрата чего-то. А когда человек теряет что-то, тогда его и сподвигает что-то в своей жизни менять. Когда у человека все хорошо, он сидит и радуется жизни.
Ну, я бы сказал, не только все хорошо, а есть цель. Потому что если есть цель, тогда ты идешь к этой цели, не обращаешь внимания. Я могу тут много привести примеров. Скажем, во время войны не было раковых заболеваний почему-то, потому что была цель победить врага. И, да, и организм у всех людей, работали именно на это. А когда все хорошо, когда все благополучно, сыто, так люди, организм-то не, нету цели, как бы, вот нету такого стремления. И каждый, конечно, для себя этот вопрос решает, но помощь, без сомнения, надо. Ну и сегодня у нас в эфире Евгений Саяпин, который является действительно профессионалом, который может такую помощь нам предоставить. И, кстати, не только в личном контакте, придя в кабинет, поскольку мы все-таки находимся на интернете, и мы уже беседовали, есть возможности общения по интернету. Ну, есть много программ, Skype, самая популярная, где вот мы встречаемся и, в общем-то, делимся своими мыслями и своими проблемами, а нам помогают. Ну вот, так скажем, на этой так, позитивной ноте о том, что помощь всегда рядом, разрешите тогда нашу программу уже закончить. Евгений, огромное вам спасибо за ваше время и за очень интересную беседу. Ну, вы понимаете, я тут тоже внес свою лепту и говорил тоже довольно, может быть, много, но у нас не театр одного актера. То есть мы как раз-таки беседуем в плане того, чтобы вызвать человека на какой-то, на какие-то откровения, чтобы он поделился. Мне так кажется. Поэтому я, конечно, могу молчать и, так сказать, задавать вопросы, Евгений будет отвечать. Нет вопросов. Ну, у нас вот формат этой программы предусматривает общение, потому что я могу тоже не соглашаться с какими-то тезисами, с какими-то... Все-таки мы все живем в разных режимах, и тем более еще на разных континентах. Вот. Так что... Спасибо, Женя, еще раз вам. Ну и, друзья, до новых встреч. Мы будем встречаться с Евгением Саяпиным и, в общем-то, отметьте в календаре время наше в среду в 7 часов вечера по Москве. Те, кто живет на нашем континенте, это 12 часов дня по восточному, на восточном побережье, это Нью-Йорк и Вашингтон. Спасибо вам большое. До новых встреч. Всего доброго. Михаил, вы классный собеседник, поэтому спасибо за этот диалог. Да, ну, спасибо за, так скажем, за признание моих каких-то скромных. Ну, говорю я действительно много. На это есть основания по образованию, то есть по моей принадлежности, которую я выяснил на Востоке, я, так сказать, отношусь к образователям. Поэтому, наверное, поэтому. За что я прошу прощения. Хорошо. На этом мы заканчиваем нашу программу. Следите за нашими объявлениями на Facebook. Еще раз, это www.sungatesradio.com. Это все на русском языке. Внутри, вот этот формат радио находится внутри центра SunGates. SunGatesCenter.com. Ну, правда, это на английском языке. Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. Евгений, вам огромное спасибо еще раз. И всего доброго. До новых встреч.